Друзья, это очень коварный, очень неожиданный и очень мощный бросок. Такой захват, сколько я видел, делает японский дзюдоист Шохей Оно в категории 73 килограмма, олимпийский чемпион. Вот это его фишка. Честно говоря, от него я и увидел этот захват. И решил сам попробовать и разобрать его. Мне очень понравился в борьбе. Решил показать вам и поделиться. Действительно, крутая рабочая тема. Итак, друзья, фишка захвата. То есть обычный классический захват. Мы берем осутагари. Берем за отворот и за рукав. И отсюда уже заходим на бросок непосредственно. Сейчас будет захват. Берем захват вот здесь вот, где его плечо, вот подмышка, вот это вот мягкое место. Вот забираем захват, вот этот вот, вот здесь, вот мы взяли. Вот здесь мы можем контролировать соперника руку вот эту. Даже если он возьмет не захват, любой сверху может взять захват. За рука без вообще роли не играет. Мне вот, я его плечо здесь контролирую за счет вот этого движения. Очень важная вот эта правая рука, потому что когда я буду заходить на заднюю подножку, мне нужно своей левой рукой, во-первых, давить его вниз с него, поджимать сюда, то есть чтобы его равновесие уходило на его правую ногу, туда на пятку. То есть нам нужно его баланс вот сюда вот стащить. И правая рука меня будет давить ему как наверх, то есть мы его заваливаем туда. То есть это получается как такой массивный, такой силовой бросок. То есть вот когда соперник взял захват, вот. То есть я не буду, мне не нужно его бросить как по красоте, как мы делаем типа там демонстративные эти самбы, наши броски. Мы зашли там и красиво бросили. В борьбе так редко бывает. Но в основном после тугари, когда делаем заднюю подножку, там больше идет как заваливаем. То есть вот мы взяли захват, теперь моя нога. Вот я ухожу сюда в сторону, руки нагружаю, то есть у меня руки работают одновременно с моей ногой. Вот мы его загрузили здесь. Идет правая нога. Правая нога, когда я вставляю вот здесь, она у меня идет как на залом. То есть я жестко вставляю, пробивая его вот сюда, в колено, вот в это место. И получается, когда я вставляю эту ногу так жестко, то есть я давлю руками и корпусом, получается бросок. И пошли. Еще раз. Вот мы, борьба пошла. Вот, например, команду Хаджиме взяли. Вот мы почти боролись. Вот я сразу же перехватил вот этот захват вот здесь. Берем захват в районе, где его ухо. Вот здесь шея, ухо. Вот мы его здесь фиксируем. И здесь вот мы его грузим. Вот у меня рука работает. Локоть свой наверх, чуть поднимаю. И давлю ему голову сюда, в сторону. Это важный момент. То есть вот взяли здесь правая рука. И соответственно левая рука поддавливает сюда к пятке. Получается такой момент, то есть шаг, это все делается одновременно, то есть шаг левой, левая рука и правая рука поднимает, вот, и правая нога заходит сюда жестко, вот здесь, и делаем бросок. Вот соперник стоит, подхожу сюда, шаг, то есть мой носок примерно идет наравне с его пяткой, примерно одна линия, то есть я не захожу дальше, не захожу слишком далеко. Примерно, скажем, ну, сантиметров 30 здесь, 20-30 сантиметров, чтобы мне было комфортно пройти правой ногой здесь, мимо сюда. Итак, раз, руки загрузили, раз, жестко, и пошла нога. Дорогие друзья, все ссылки в описании. Витя, Дэн, как всегда, комментируйте, пишите, задавайте вопросы. До новых встреч. Все, погнали, пока. Всем пока.